100 лет я не была в примарке, и вот мы сюда наконец-то попали. А здесь куча уже всего новогоднего. Пижамки в елочках, костюмы Санта-Клауса. Боже, это такой большой Санта-Клаус XL. А здесь коллекция Гринча. Смотрите, какие тапули. Почем они? 8 евро. Какая-то косметичка, пижамка для малышей. Так, а вот смотрите, какой комбинезончик. Здорово. Подушки. А, это не подушки, это халат. Так, вот такие вот тапки есть. А кофта какая? Для любителей яркого. Ой, а вон какие мохнатенькие. У нас в доме жарко, к сожалению, к счастью, поэтому я в тапках не хожу, так бы, наверное, купила. А это какая-то игрушка, и, по всей видимости, она ходит. Так, о, наша Маша когда-то любила Пеппа, уже и в примарке продает. Сейчас покажу прикол, смотрите, вы можете купить себе пижаму, можете купить ребенку пижаму и вашей любимой собачке. Да, конечно, да. А здесь стаканчики с Гринчем, пакеты. Я что-то не пойму, я пропустила какой-то этот бум популярности этого мультика. Конфетки Спайдермен. Вот здесь тоже Гринч. Да. Ой, а давайте здесь посмотрим. Смотрите, какие расчесочки блестященькие. Он тоже с Гринчем, кстати. Вот такие вот повязки. А вот какие-то патчи с гелем на глаза. Вот такие вот наборчики веселенькие. Ну, короче, так очень даже интересно посмотреть. Уже 100 лет здесь не были. Какие-то игрушки. Черепашки-ниндзя. А где же сами черепашки? Тут только девочка осталась. Черепашек, наверное, разобрали. Бесконечные кассы примарка с носками. Ну а здесь куча всякого барахлишка по самым дешевым ценам. Ну какой свитерок. Качество не очень. Кофточка с блеском за 15 евро. А вот такой вот тоже. Наверное, в 2000-х был бы супер модным. Там мужской отдел, но, если честно, не очень интересно туда идти. Ну, давайте так быстренько пробежимся. Всякие кофточки, свитерочки. Вон даже кожаные куртки есть по 30 евро. Новогодние свитерочки, опять же таки, с Гринчем. Почем они, кстати? 3XL, кому надо? 22 евро. Это непонятно с кем. Куртки. А здесь, по всей видимости, одежда какой-то модной тетки. Рита Ора. Не знаю, кто это такая. Вот тут вот платье. Короче, такое. Кофточка вот такая вот. Вязаная, блестящая. Вот так вот она смотрится вживую. Это непонятно, что юбка, по всей видимости. Серьги. А вот, смотрите, какая сумочка. Даже есть сапоги от этой девушки. Смотрите, какие. Блин, ими убить можно. Да. А к сумке вот такая вот красота. Туфельная. Здесь куча таких вот штанишек флисовых по 7 евро. Я думаю, может купить себе одни дома ходить. Такие или черные. Вы бы какие выбрали? Ну вот черные. Еще есть, кстати, такие вот персиковые и какой-то странный розовый цвет. А здесь куча всяких свитшотов.
посмотрим. О, диснеевские. Класс. Здесь всякие штанишки, леггинсы их знаменитые. О, праздничные платья. Миллион видов ресниц. Прикиньте, как с такими можно ходить. Или с такими. Ну, наверное, как-то ходят. О, а вот вообще. Мне понравилась вот эта вот мочалка в форме мороженого. Прелесть какая. А вот такая радужная. Шапочки для душа. Веселенькие. Боже, сколько здесь барахла. Это какой-то массажер для лица, что ли. Ну, похоже на то. Смотрите, какой роллер для лица. Интересный. Вот такие вот в Меркадоне штучки продаются. Вот эти беруши, кому надо. Так. Что-то здесь такое. Все очень пыльное. Слушайте, ну вот рюкзачок очень даже неплохой. Особенно по цене 14 евро. Мне здесь понравились тапочки, знаете, с вот этой вот запоминающейся подошвой. Memory foam. Не знаю, как она переводится правильно. И вот такие вот еще. И такие же розовые. Обожаю пижамы в примарке. Смотрите, ну какая фрэнс пижамка. Штанники и кофточка. Сколько она? 17 евро. Детские пижамки тоже очень симпатичные. Смотрите, какие миленькие. Здесь, конечно, такой дурдом творится. Все же хочется поехать домой. Здесь все для дома. Постельное белье. 15 евро. Смотрится прикольно. Новогодние игрушки. Смотрите, какие подсвечники. Так, отстоим очередь на кассу. Едем домой. Кое-что тут накупили. И то не себе.